Скоро-скоро Новый год, а нам Дед Мороз уже прислал подарочек. Посмотрите-ка. Ну-ка, давайте его откроем. Здесь вот такая молния нарисована. Видите, молния? Можно вот так сделать. Опля. Открываем. Что же там такое? Так, я вижу уже упаковочную бумажку новогоднюю. Давайте посмотрим, что там. Ох, кто это? Кто это такой? Смотрите, здесь такая открыточка. Кто же это такой? Давайте посмотрим. Ой, какой он нежненький на ощупь. Ой, такой тяжеленький. Какой мишка, какая прелесть, посмотрите. Он такой плотненький, прямо вообще жесткий такой. А с другой стороны очень-очень нежный. Смотрите, какая милашка. О. Так, а что там еще? Одежда. Смотрите. Так, одеваем маечку. Маечку. Ручки просовываем. Так, так, так. Кстати, очень хорошо одевается прямо по размерчику. Так, вот такая маечка симпатичная. У него, кстати, поворачиваются ручки и ножки. О, какие штанишки. Смотрите, на лямочках. Тоже очень удобно пошито. Одеваем штанишки. Этот мишка, кстати, ручной работы. Так, так. И застегиваем здесь. Ой, хвостик такой торчит. Хоп, на липучку. Смотрите, какой милаха. И еще шапочка вот такая пушистая. Прелесть какая, смотрите. Опля. Можно ее даже на глаза надевать. Смотрите, какая прелесть. Лопота вообще. Ножки можно вот так вот их ставить. То есть они двигаются, ножки, ручки. Голова крутится в разные стороны. Вот такая лапочка. Проходите по ссылке в описании. И такого мишку вы можете подарить своим деткам. Для подписчиков канала 15% скидка. Посмотрите, какой классный. И девочки, и мальчики, малыши любят такие игрушки и любят их одевать. На сайте, кстати, есть разные модели с разными одежками. Также продаются отдельно одежки. Так что вы можете подобрать себе мишку с разными, с несколькими одежками. Сейчас я его снова раздену, чтобы посмотреть, какой он галышек. Он очень приятный, очень нежный. И в то же время такой плотненький. Такой классический мишка. Сзади такой логотип вот этой вот команды. Get and Hugo. Смотрите. Вот. Ой, шапочка криво одета. Надо ее поправить. Вот такая милота. Проходите по ссылочке в описании и заказывайте на Новый год подарочек. Там есть очень миленькие одежки. Всякие-всякие разные. Да, такой хороший. Просто прелесть. Просто прелесть. Очень миленький милаш. Прелесть.